Итак, почему православные ходят в храм? Я бы хотел ответить на этот вопрос в трех тезисах. И первый из них заключается в том, что христианство в принципе мыслится исключительно как община верующих во Христа, как в Бога, людей, которым Он заповедал пребывать в единстве с Ним и друг с другом. Второй тезис вытекает из первого. Для того, чтобы сохранить это единство, им необходимо собираться вместе. Но где же происходила эта встреча? И это третий тезис. В разные периоды истории церкви эти места были различны. Сначала церковь была гонима, поэтому верующие собирались по домам, в катакомбах, во всяких различных частных местах. Но начиная с 4 века и по сей день церковь восторжествовала и начали строиться храмы. Но как тогда, так и сейчас, главной задачей этой встречи была совместная молитва Богу, живая и искренняя радость о воскресении Христа, а также участие в Евхаристии, то есть таинстве причастия.